Всем привет! Сейчас я покажу нарезку моментов игры с лучшим в мире читом для CS 1 и 6, а затем гайд по читу. В конце вас также ждет сюрприз. Ссылка на скачивание чита будет в описании. После скачивания файла по ссылке в описании, перетаскиваем его на рабочий стол. Затем запускаем инжектор. Теперь нам надо запустить CS. Затем нажимаем Select и выбираем процесс игры в вашем случае. Это будет HLX, в моем это Run CS. Нажимаем Select. После чего нажимаем Add DLL, и из папки с читом выбираем файл альтернатив DLL. Затем нажимаем Inject и можем спокойно играть. Меню чита в игре открывается на Insert. В последней вкладке здесь уже есть заготовки настроек. Выбираем одну из них, чуть-чуть подкорректируем и начинаем нагибать. А вот и бонус. Я добавил свою настройку в чит, она называется Ledlace, выбираете и нажимаете Load, готово. Всем спасибо за просмотр, не забывайте, что ссылка на скачивание чита в описании, и всем пока.